В студії продовжує роботу. Мене звати Ольга Гвоздецька. Цієї години моя колега Наталя Костенко буде говорити про ініціативу Верховної Ради. Депутати пропонують ввести обмеження на використання поліетиленових пакетів та, ба більше, ввести за їх використання навіть штрафи. О 18-й про проект Держбюджету Верховна Рада вже завтра розгляне цей документ. І о 19-й у студії топ-гость Анатолій Редер, генеральний директор компанії Інтерхім. Далі до проблем моряків. Сьогодні під Офісом Президента вони провели акцію протесту з вимогами негайно ухвалити спрощену систему дипломування. Мовляв, міністр інфраструктури обіцяв це зробити ще до 10 листопада, але документів досі немає. Наразі за дипломи, як стверджують самі моряки, інколи їм доводиться платити від 10 до 10 тисяч доларів. Чи дослухалися до закликів моряків в Офісі Президента? Поговоримо з Георгієм Клюєвим, чинним членом Міжнародної асоціації професіоналів морської справи. Георгію, вітаю вас. Добрий вечір, студія, добрий вечір, уважаємо колеги, моряки, гості. По поводу вопроса насчет того, были ли мы услышаны, сразу хотелось бы сказать, что несмотря и на погодные условия, на то, что митинг не в полном стопроцентном формате состоялся сегодня, хотелось бы сказать все равно, что мы берем не количеством, а качеством, как говорится. Те документы, о которых вы говорили, были переданы министру Криклию от морской палаты, от лица Украинского союза моряков. И работа в этом направлении будет продолжаться, потому что другого выхода у нас нет. К сожалению, сейчас все моряки остались за бортом, те, которые находятся на берегу, те, которые находятся на борту, по-прежнему не имеют своих конституционных прав, таких как голосовать, они не имеют нормальных сервисов на борту, они не имеют, в принципе, четких перспектив, что их ожидает дальше. Но, тем не менее, по возвращении в Украину, вы же знаете, все морские документы имеют свойство заканчиваться, сроки их годности с каждым днем подходят ближе и ближе к вопросу оформления новых документов, переаттестации, чего бы то ни было, в условиях того, что система на государственном уровне не работает и не функционирует так, как должна. То, что мы имеем на сегодняшний день, это, к сожалению, реализация коррупционных схем, так и остается по-прежнему, подается, пытается подаваться под другим соусом, но, в принципе, те эксперты, которые занимаются разработкой альтернативных методов и альтернативных законопроектов, которые устроили бы и моряков, и поддерживали бы систему в рабочем состоянии на национальном и международном уровне, эти эксперты все еще в деле, эти эксперты поддерживаются новыми политическими силами, поддерживаются со стороны моряков, в том числе и финансово. Мы просто пришли сейчас к такому коллапсу, на самом деле, в котором моряки поддерживают других моряков, но понимая, что их перспективы на следующий контракт весьма туманны, и что дальше их ожидает, к сожалению, они сами ответа на этот вопрос не имеют. Именно поэтому с каждым днем все больше и больше становится та армия, которая, в принципе, в Киеве образуется очень скоро, если вопрос не будет решен в ближайшее время. Вот такая позиция и содержит. Георгію, чи насправді сьогодні за передипломування морякам доводиться платити до 10 тисяч доларів? Це така реальна вартість корупційна? К сожалению, так і є в примерно 10 тисяч доларів. Моряки, взагалі, це вузька, дуже специфіка і професіональна, і формальна, і ті закони зараз, які були прийняті, і ті вопросы на экзамены, да, вот на новую экзаменационную систему, тестовые вопросы, они, в принципе, не предназначены для всех спектров пароходов, они не предназначены для всех специальностей, которые могут на этих пароходах находиться, работать. И очень много вопросов, которые по вот этим вот освежениям нам сделали, сначала нам сделали как будто бы облегчение, да, в виде того, что не будет государственной квалификационной комиссии. И тем не менее, та тестовая система, которая заменила эту квалификационную комиссию, это, в принципе, компьютерная программа, которая точно так же может быть подстроена под коррупцию и настроена на давление на моряков. Плюс к этому добавили, сейчас, вы знаете, оформлялся
один законопроект, потом приняли там какие-то новые правила, еще, потом это все отозвали и приняли новые правила, что моряки должны приносить налоговые декларации, страховые, какие-то документы от иностранных государств, какие-то документы от пограничников, как мы там приехали, как мы уехали, чтобы посчитать эти все дни для того, чтобы правильно определить стаж и плавцен с моряка. Это все не соответствует действительности в любом случае, потому что при присоединении, там, при посадке на контракт, на пароход, между тем моментом, как человек проходит пограничный контроль, и между тем моментом, как он фактически попадает на пароход, иногда это может занимать там, месяц. Я по своему опыту говорю, иногда месяц может быть такая разница. То есть недальновидная политика, в принципе, вот в этом направлении со стороны министерства, которое занимается этим, я считаю, что она основана, во-первых, на том, что в комитетах, подкомитетах, к сожалению, профильных специалистов можно по пальцам в руки пересчитать. Понимаете, когда занимаются морем люди, которые занимались раньше ресторанами или съемкой какого-то видеоматериала, я считаю, что это недопустимая политика. Поэтому вот ще один момент. Моряки вимагають з одного боку, аби їм спростили систему дипломування. Але з іншого боку, вони будуть погоджуватися на легалізацію власних доходів всередині країни. Серйозний вопрос. Очень хорошо, що ви його задали. Смотрите, як виходить. У моряків під різними флагами є різні зарплатні сітки. Це, во-первых. Во-вторых, какие гарантии дает государство моряку, который работает на опасном производстве и каждый день рискует своей жизнью, просто потерять ее, того, что у него будет какая-то компенсация, какие гарантии того, что семья этого моряка там, получит страховые, возмещение страховых ущербов. То есть тут есть о чем задуматься, есть что еще проработать дополнительно. И такие вещи, ну, подумайте сами, вот эти справки, которые требуют от моряка сейчас для того, чтобы он подтвердил свой ценз, собрать из налоговой, собрать там еще откуда-то за 5 лет. 5 лет — это срок документов, которые нужно там вот раз в 5 лет обновлять. Заблаговременно, за полгода, да, до истечения этого срока надо этим всем заниматься. Получается, что сбор этих справок и всего остального, всех этих процедур, он занимает еще, ну, в наших условиях, вы же сами понимаете, бюрократия, коррупция, все остальное, это будет еще полгода. То есть теоретически у человека остается 4 года его срока документов, из которых в лучшем случае он проведет 2 на пароходе. Остальные 2 года у него эти документы, в принципе, просто пылятся. Это если мы говорим о моряках, которые работают на торговом флоте. Тогда в таком случае ему надо собрать 6 справок, может быть 8. Мы говорим об этом. С другой стороны, человек, который работает в офшоре, человек, который за один месяц может побывать на 2 разных контрактах в год, это уже 25 разных контрактов. Получается, что человеку надо собрать ворох бумаг в 10 раз больше, абсолютно ненужных, которые не требуются ни ПДНВ, которые не требуются ни одним международным правилам, просто потому что у нас Владислав Артурович захотел именно так, так не получится. К сожалению, я уверен, что эта схема тоже не выгорит для таких, ну, в принципе, будет еще очень долго и упорно доводиться до состояния международных норм и международного права, особенно для моряков. Зрозуміло, Георгію, дякую вам за включення. Георгій Клюєв, член Міжнародної асоціації професіоналів морської справи. Лише додам, що згаданий пан Криклій був в останній репліці нашого спікера. Це міністр інфраструктури, саме від нього найбільше залежить, чи буде реформовано систему дипломування моряків. Нагадаю, що міністр до 10 листопада обіцяв спростити цю систему, але досі цього не зроблено. Тож, саме через це сьогодні зранку моряки вийшли під офіс президента з вимогою все ж таки довести обіцяне до фіналу. 8-10 тисяч доларів сьогодні змушені за передипломування виплачувати моряки. Зокрема, ви ж розумієте, це майже суто одеська проблематика, проблематика нашого регіону, тому що ми є містом моряків і болить нашим співгромадянам це найбільше. Цей інформаційний блок я закінчую. Побачуся з вами о 18:10 і вже готова.